Итак, ребята, всем приветики. Всем привет. Не могу повернуться, потому как Настя запретила. У нас дома съемка такая в домашних условиях. Сегодня мы будем делать на дому. Стрижечку. Ребята, не обращайте внимания на кресло, оно найдено на улице. Да. Поэтому оно в таком состоянии. В общем, я решила доверить все-таки волосы Анастасии. Анастасия, а конечно, не каким-то профессионалам. Анастасия, должна была быть когда-то парикмахером в прошлой жизни, поэтому я все-таки доверяю ей волосы. И еще, конечно, есть причина, я не хочу платить по 30 евро, непонятно каким парукарям. Парукарь на украинском — это парикмахер. Сейчас я вам покажу, что изначально мы покажем вам волосы. Вася, типа какая-то грязная футболка, ты как Нет, ничего там не видно, я знаю. Вот смотрите, волосы до, я вам сейчас покажу концы, низ покажу, вот, чтобы вы видели. Вы видите волосы до, и я вам покажу результат, который будет после. Что, запомните, я еще фото сделала. Я очень надеюсь, что все будет на... Так, ребята, мы уже, как вы можете наблюдать, уже подстригли, вы все смотрели, мы, да, конечно, скоростное движение, потом поставим. Сейчас мы будем высушивать волосы феном и увидим результат. И я думаю, если мы сейчас выровняем, где-то будет неровно, мы подстрижем уже на сухие волосы, чтобы точно было. Давайте наблюдать. Вот, ребята, мы уже подровняли, стригли, осталось тут чуть-чуть подрезать, и все ровненько будет, идеально. Думаю. Аня не может, потому что кофе, чай не предлагаю. Какой кофе? Я не пью кофе. А, да, кстати. Просто не нравится, да, оно тебе? Нет, мне бы с него плохо. Сердце, ты что? Вообще, я считаю, это... убийство, да? Ну, вообще, ужасно пить кофе. Кофеин, он вообще очень вредный. Он и в коле. О, да, там тоже конкретно, да. Как кофе, кола. Так, кажется, потом вылетает. Тахикардия, это надо. Сейчас что было? Все, в общем, подстригла меня Настя, все ужасно, нет слов. Да, прям перестригала еще часа два, она стригла, потому что неправильно она подстригла, и там было много. Там длинно, там коротко. Прям-таки ужасно. Но я все равно еще не сделала прям вот так сильно. Понятно, что где-то заметно, потому что я тебе не разделяла волосы. Я тебе вот сразу... Короче, я жалею то, что я согласилась, чтобы это делала Настя. Вот. И больше этого не будет уж точно. Прям-таки ужасно. Вот, ребята, смотрите, что прям-таки ужасно. Во-первых, где-то не хватает волос. Выпали или что, не знаю. Куда выпали? Выпали, но волосы бывают такое, что выпадают, и где-то их, ну, типа, как... Настя, не умеешь, зачем браться? Ну, вот реально, я не понимаю. Я бы не бралась бы, если бы я знала то, что я не могу бы, например, подстричь там. Ну, я же тебя прям сильно не взяла, урезала и прям криво. Ты
я ей показываю, говорю, вот ты видишь, она мне доказывала нет, потом говорит, а, да, я вижу, что тут не ну, так. Ну да, я забыла, типа, я не знала, что, ну как, я знала, но забыла, что надо потом волосы наперед закинуть и подстригать, об этом я забыла. Я просто сзади начала стричь и все. Ну, прям таки ты расстроена? Я тут уже, да, расстроена. Очень? Да. Извини, в следующий раз будем обращаться к парикмахеру. В следующий раз с тобой не будет. Я точно буду обращаться куда-нибудь. Как-то а так, можно ребята? Я заснимлю еще ребятам вообще сзади волос? Заснимлю. Ну, а что здесь такого? Как правильно надо сказать? Я русских слов не понимаю, я не собираюсь их учить. Давай я просто покажу. Чем тут это? Давай. Вот, ребята, пожалуйста, результат. Да, может быть, где-то. Вот, например, здесь я не подрезала. Аня не хочет, чтобы я дальше подрезала, поэтому я не буду ничего хорошо, уже делать. Спасибо. Здесь хорошенько. Вот, чуть-чуть вот здесь даже нужно было. А так, как вы думаете, прям я сильно криво постригла? Это мы выровняли плойкой. А если не выравнивать плойкой, то что тогда будет видно? Ну, ужас. Вот, конечно. Ну, понятно. Я, может, не вижу. Вот, я вообще не знаю, зачем я повелась. Я сама виновата, то, что согласилась на это. Ну, а так нормально. Надо было не соглашаться и все. Я же не буду вечно плойкой выравнивать волосы. Они, плойка портит волосы. Здесь хорошо. Я проснулась, расчесалась, иду на курс. И как оно будет выглядеть без плойки? Скажи, пожалуйста. Настя сейчас просто бежит за мной и говорит, не надо показывать это, я буду сейчас показывать это. Сейчас, видите, да, что творится? Бегает, что, бегает за мной с ножницами и кричит, давай, давай, я все что уберу. Сейчас уберу, дай. Конечно. А дай, ну я сейчас уберу. Ой, ребята, это полный контент, потому как с Аней мы не разговариваем, уже не знаю, сколько времени прошло, Аня до сих пор на меня в обиде. Я говорю, Аня, ну не обижайся, реально, я не пыталась сделать прям как-то плохо, что-то специально, как она говорит. Я реально не думала и не собиралась это делать. Я как смогла, так подстригла. Но она не понимает меня, и она даже немного поплакала. Я приходила и успокаивала, говорю, ну не плачь, типа. Она говорит, я не знаю, типа, теперь надо искать кого-то хотя бы, чтобы мне кто-то подстриг ровно. Ну, я ей говорю, ты же понимаешь, что придут, тебя просто подстригут, то, что я тебя уже там отрезала нормально, зачем платить кому-то деньги? Я не знаю, ребята, напишите в комментариях, как я Аню подстригла, плохо или нет, мне кажется, нормально. Я это вижу со своей стороны, прям таких волн не было, чтобы, я не знаю, как там нужно было стричь. Да, я не профессионально стригла, да, нужно еще некоторые ножницы, нужно, ну, нужно еще, может, какие-то инструменты. Я не сказала, я тебе не буду разделять волосы, мы их просто намочили сразу вот и начали стричь. И мы приступили к этому всему. Не знаю, Аня все равно расстроена. Я расстраиваюсь из-за этого, потому что я первый раз с этим столкнулась, она меня не понимает. И я считаю, все равно, как бы там ни было, там прям плохого ничего такого нет. Ну, как-то так, ребята, напишите в комментариях, как вам наша сегодняшняя стрижка. И подскажите, как вы вообще стрижетесь, ходите к парикмахеру или сами, может, кто-то у вас есть знакомые, которые приходят и бесплатно вот так стригут. Так, что такие дела, ребята, напишите в комментариях, поставьте лайк, мы вас ждем. Всех любим, целуем, всех пока.